Хасавюрт посетили сотрудники Тюмень-Энерго. В рамках учебной программы с 30 августа по 20 сентября будет проводиться техаудит по проверке проводов, трансформаторов, зданий и опор на выявление ошибок с потерей напряжения. В работе были задействованы 7 бригад. Начало работ было положено с подстанции Ярыксу. Начальник электросетей Залибек Умалатов в своем выступлении подчеркнул важность совместной работы. Это хорошее дело, что они приехали, специалисты, ребята очень грамотные. Посмотрим, это городу на пользу идет, пользу пойдет. Дальше, как получится, после 20 сентября будет известно. Все объекты, все опоры, все провода, все трансформаторные подстанции, которые находятся на нашем балансе и которые бесхозные тоже, они все проверяют, все. Потом в дальнейшем, как определимся, какие линии, что будем делать, какие провода будем менять, кабеля будем менять, опоры, все будем менять. Многоквартирные дома-то, в принципе, проблем нету. В многоквартирных домах у нас порядок нормальный. Вот где частные дома, особенно по окраинам города, проблемы есть. Вот с их помощью, думаем, вот эту проблему тоже устранит. По окончанию совместных работ будет составлена смета для финансирования исправительных работ по городу. Курбан Гериханов, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».